Ехали мы сегодня весь день. Едем мы все еще, едем в сторону Дурбана. И решили мы с Лешей заехать в королевство Лесото. Если вы посмотрите по карте, это такая микро-страна, вот даже не такая, наверное, вот какая-то вот такая, которая полностью окружена ЮАР. Время 5:30. Мы стоим в пробке. Все бы... В пробке на границе, да. Все бы ничего. Есть... Одно но. Я бы даже сказал два но. Первое но – это то, что в Лесото гражданам России и Белоруссии требуется виза, которой у нас нет. И второе но – это на въезде в ЮАР, как вы помните, на машину требуются специальные документы. Карне де пассаж, которого у нас тоже нет. Которое у нас будет через неделю в Мозамбике. Его почтой мне выслали, его должна была мне жена привезти, потому что кто-то его увез с собой. Вот, но так как она не прилетела, она выслала его почтой. Сейчас посмотрим, как это будет происходить. Сами не знаем, что будет. Хотим просто попробовать наобум. Проскочим, не проскочим, посмотрим. Это же Африка. Такая граница, вот здесь пограничник стоит в будке, а мы стоим в очереди. Я не знаю, как мы будем сейчас договариваться, когда такая большая очередь здесь, но, по крайней мере, попробуем. Плюс в чем, что сначала можем попробовать зайти сюда, если не получится, если получится, то мы поставим штамп о выезде здесь. То есть сначала въедем, а потом поставим штамп о выезде из ЮАР. Вот. А если не получится, просто развернемся, поедем обратно. В общем, это был выезд из Южной Африки. Мы официально выехали. И сейчас мы едем официально въезжать в Лесото. Может быть, не получится. Но если получится, будет прикольно. По крайней мере, попробуем полулегально пересечь границу. Нелегально я пересекал, легально тоже пересекал. Ну, сейчас попробуем вот так вот еще. We called to the embassy in Russia, and they told to us what we are not don't need a visa anymore. Like a South Africa, Swaziland, Lesotho, we don't need a visa. But in your system, все оказалось несколько проще, чем мы думали изначально. Пришел большой босс, девушка-босс. И сказала нам, что мы можем ехать всего лишь за 1000 ранд. 1000 ранд это где-то 80 баксов, около того. Ну, мы дали ей 100, она согласилась, и мы въезжаем в Лесото. Единственный минус для некоторых из наших знакомых, они скажут, нету штампа, нету страны. Но я покажу им видео из Лесото и фотографии из Лесото. И отправлю им свое местоположение в WhatsApp. Так что, ребята, это... Лесото. Да, это Африка. Все возможно решить. В Африке все решается с помощью трех вещей. Точнее, с помощью двух вещей. Времени и денег. Если у вас есть огромное желание, третье, то можно обойтись без этих двух. Вот так вот. Так что ставьте лайки за прохождение границы. Подписывайтесь на канал. Мы идем в Лесото. Утро началось в Лесото, чуть не сказал, в Свазиленде. Вот такой наш номерочек, маленький, но очень симпатичный, достаточно цивильный. Стоил 55 местных тугриков, где-то чуть меньше $50. Сейчас едем на водопад, 192 метра, называется Йоцалькацалькаль. Да, ну что-то из серии вот типа вот такого, что-то Йоцалькацаль, Мацалькацаль, что-то такое. Заодно посмотрим драконовые горы. Смотрите дальше. На первый взгляд, после ЮАР, Лесото кажется гораздо более бедной страной. Это было ночью, когда мы сюда въехали. Но сейчас, в принципе, не все так плохо.
как казалось ночью. Лесото – одна из самых высокогорных стран мира. Самая низкая точка находится на вершине 1400 метров. Самая высокая, по-моему, 2200. А, или средняя высота 2200. Здесь даже есть свой горнолыжный курорт, на котором катаются с мая по ноябрь. Вот, соответственно, сегодня у нас 5 мая, но там еще не катаются, снег еще не лег. А так было бы прикольно покататься в Лесото на лыжах, на сноуборде. Друзья, вот так выглядит Лесото в одном кадре. Вот такая красота. Сейчас осень, трава желтая, листья тоже желтые, но очень красивые. Такие вот виды просто потрясающие. Вот местные жители стоят, нас встречают. А? Good? Could we go inside in the village? See the village? It's okay? У нас все, что было, немножко печенек мы им отдали. Хотим пойти поснимать в деревню, как они живут. Вот такие вот жители, вот такая деревня. Окей? Окей. Все, у нас, к сожалению, больше ничего нету. Вон там я дал печеньки. Вон там. У нас, к сожалению, ничего нету. Мы бы знали, что мы будем заезжать в деревню, мы бы что-нибудь взяли. Мы думали, что мы просто до водопада сейчас доедем быстренько и обратно. А тут, видите, такая штука красивая встретилась. Все, что было, последнюю эти отдали. У самих больше нечего есть даже. Вот. Стирается. Hello. Я знаю, что у меня есть. Я знаю, что им мы сейчас дадим. У нас нету еды. В Африке самый ходовой товар – это еда. Вот, у нас нет еды для взрослых, но у нас есть кое-что для детей. Мы везем это с самой Анголы. Все никак не было возможности это отдать. Я думаю, сейчас это отдадим. Иди сюда. Так. Что у нас тут есть? На, карандаши вам. Сейчас еще. Так, раскраски. Вот раскраски разные. Hello. How are you? How are you? Good? Всяческие. Вот еще. Фломастеры. Вот еще. Давай, это тебе, это тебе. Вот, еще. На, бери. На, вот. Да, они сами разберутся. Конечно. Вот еще журналы вам читать. На русском. Наклейки. Все. Все, что было, все раздали. Вот еще. Кому еще? На, вам журнал. Все, все раздали. Все, финито. Все, сейчас дети будут рисовать. Рисовать журналы, смотреть, читать и так далее. Бумага им пригодится опять же. Ну вот так вот целый тазик мокрого белья на голове подержи. Вот тут немножко отдельно от тех домов стоят еще два таких-то домика. Они более красочные какие-то, видите, покрашены даже. Может быть, это дом мэра. Огорожены таким вот заборчиком. Я на нем стою, каменным. Агава голубая тут растет. Но дверь закрыта, мы туда заходить внутрь не будем.
Вот. Блин, на самом деле Лесото мне понравилось. Очень такая интересная страна, необычная. И очень аккуратная. Хоть и бедная, но очень аккуратная. Нет такого, как это обычно бывает. Бедная и раздолбайская. Видишь, тут все подметено. Да, вон даже пол полностью подметен, видите? То есть видно, что метлами мели. Hello. Hi. How are you? Okay. You speak English? No. No. Ha. Lango tswa mo la le mola o yo han. Kwetu. Lango. Now kwetu. What is your name? My name is Marmelo. Marmelo? Yeah. Как like a marmelo, like a candy. Как мармеладка. Мармело. 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 Yeah. Окей. Супер. You live here? Good. You are from Lesotho? Lesotho. Lesotho. Yeah. Хаманса. Хаманса? Yeah, village. Village Хаманса. Uh-huh. Деревня Хаманса называется. Yeah. Либо народность, не знаю. Ну что, пойдем дальше? Нас ждут великие дела. А? You speak English only. Russian. Yeah? Russia. Do you know Russia? Huh? Do you know Russia? We speak Russian. Russian. You're Russian, yes. Do you know Russian? It's very far from here. I don't understand. Okay. Водопад называется Малицуняне Фолс, недалеко от города Симонконг. Никаких указателей нет, никаких опознавательных знаков, ничего нет. Мы ехали сначала на город Симонконг, и перед городом был поворот направо. Соответственно, мы повернули еще 10 км по грунтовке, по горам, по грунтовой дороге. И вот мы приехали, хотим подойти чуть поближе к водопаду, чтобы его было чуть-чуть лучше видно. И поедем обратно. Это одна из главных достопримечательностей Лесото. Если бы даже я не сказал единственное. Но в Лесото есть другие вещи интересные, которые можно посмотреть. Вон там дети поют, только что фотографировали их. Местные дети очень любят, когда их фотографируют или снимают на видео. А потом показывают им фотографии. Они прямо радуются, сбегаются всей толпой, веселятся. Но правда, некоторые из них потом просят деньги. Но они говорят money. Мы говорим, окей, давайте. Мы вас снимали. Вот, и ну и на этом обычно все заканчивается. Ну и когда есть у нас что дать, мы даем. Когда нету, либо когда их слишком много, либо когда это слишком навязчиво, мы не даем. Вот так. Но сейчас мы уже все раздали. Вообще все. Даже журналы отдали. Ничего не осталось. Поэтому просто показали им фотографии с ними. Вот что, в принципе, они тоже были очень рады. Фуф. Идем к водопадику. Вот он так выглядит. Со скалы. Вон внизу речушка. Красиво. Высота водопада 192 метра.
Ну там, я думаю, точно можно купаться, если бы не было так холодно. Нет, я первый! Чё запыхался? Устал? Все, сидите, валяются уже. Я-то ладно. А ты-то чего устал? Yes. Если вы приехали в такую страну, как Лесото, где не продают сувениры, то самый верный способ купить сувенир, если он вам очень нужен, как Леша, то это приехать в аэропорт. Вот в аэропорту мы нашли единственный магазин, где продают сувениры, но он закрыт. Вот, поэтому сейчас мы либо подождем немножко, либо поедем дальше. И второй вариант. Если магазин в аэропорту был закрыт, как в нашем случае, тогда вы приезжаете в самый дорогой отель в городе. Ну, в нашем случае это самый дорогой отель в стране. И тут можно покушать, естественно, купить сувениры. Вот магазинчик. И он открыт. И он достаточно большой. Сейчас что-нибудь выберем. Стоим на границе ЮАР и Лесото. Выехали из Лесото. Выезд оказался в 1000 раз проще, чем въезд. Мы просто проехали без всякого контроля, безо всего. У меня вот такое чувство субъективное есть, что мы въехать могли так же, без всякого контроля, безо всего. Просто проехали бы и все. Сейчас посмотрим, как нас в ЮАР пустят. Вот такая очередь. Подходят, кладут паспорт, ему ставят штамп, и все, он уходит. Все занимает 15 секунд. Сейчас наша очередь, вот Леша стоит. Все, очередь отстояли и едем в Дурбан. Нам ехать 100 тысяч миллионов километров. Да.